Всем привет! Мы сегодня меняем цепь, короткую цепь на нашем вездеходе. Для этого нам потребуется набор инструмента. Молоточек небольшой, молоточек побольше, плоская отвертка и ключ на 24, рожковый накидной. Так, ну, начинаем. Старая цепь долго работала, по мере износа она вытягивалась, ее подтягивали. Новая цепь короче. Надо ослабить болты, вот эти. Ослаблены болты. Это делается для того, чтобы прослабить цепь. Новая цепь короче. Делается это таким методом. Все, проверяем. Вот большой люфт. Можно еще чуть-чуть. Провернуть. Все. Теперь расстегиваем замок. Побольше вели, побольше цепь. Так. Качественный замок. Так. Ну, не спешим вынимать старую цепь. Потому как завести новую цепь достаточно сложно. Связано это с тем, что за маленькой ведущей звездочкой очень мало пространства. Очень мало пространства. И принять цепь снизу рукой очень сложно. На этот случай у нас, на случай обрыва цепи у нас есть крючок для того, чтобы принять ее снизу, не залазя туда пальцами. Вот. Очень простая вещь, сделана из электрода. Вот. А сейчас что мы сделаем? Мы возьмем наш старый замок, соединим два конца цепей, старую цепь соединим с новой цепью. Вот. Набросим на всякий случай замок. Никуда он не денется за этот короткий промежуток времени. Все, после чего нам нужно сделать так, чтобы у нас вращалась вот эта звезда на месте. Для этого мы заведем вездеход и немного подадим рычаги на себя. Так, чтобы у нас разомкнулись фрикционы, но не сработали тормозные колодки. В этот момент я за вот этот конец цепи протяну новую цепь на место. Коллега, прошу вас к рычагам. Хочу сказать, что цепь нужно придерживать рукой вот этот конец, потому как на холостом, на нейтралке этот вал проворачивается, и цепь может закусить. Свободный конец я пропускаю отвертку для того, чтобы удобнее было держаться. Все, поехали. Все, новая цепь на месте, осталось застегнуть замок. Замки на этих цепях одноразовые, второй раз ставить их можно только в исключительных каких-то случаях, а лучше не ставить вообще. Вот мы берем абсолютно новый в заводской упаковке замок, вскрываем. Так, в сторону. Так, перед установкой что мы сделаем? В цепи заложена смазка в каждом звене. Замок, в принципе, тоже в смазке заводской, но я сделаю вот так. У нас есть смазка для... Только она где-то очень глубоко. Вот она у нас, смазка. Сделаю я вот такую манипуляцию. Намажу звено, чтобы оно нам служило долго и нас не подводило. Так,
Сейчас мы поставим его на место. Все стоит. Надеваем. Часть. Защелка устанавливается целой частью по ходу движения цепи. То есть вот так. Все. Проверяем надежность установки, то есть что она дошла до конца, зашла в пазы, чтобы потом не было мучительно больно. Теперь берем, мы это делаем ключом, это можно делать или длинным воротком, или длинным зубилом, в общем, любой длинный железный какой-то палкой. Проворачиваем в обратном направлении. Проворачиваем. Вот, в принципе, нормально. Вот, достаточный, как мы считаем, люфт для того, чтобы цепь работала здесь, ну, сантиметра, так думаю, 2-2,5. Грубо говоря, после первой поездки надо проверить и подтянуть ее. Далее не забыть затянуть болты, которые фиксируют натяжной механизм. Так, готово. В принципе, весь комплекс мероприятий по установке цепи выполнен. Не забудьте смазать цепь. Проедьте 2 км, цепь нагреется и смажьте ее. И тогда она будет служить долго и надежно. Ведь мы же полезные. Всем пока. Не ломайтесь. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.